Посмотрите внимательно на любого успешного человека, на любого по-настоящему реализованного человека. Все они обладают этим качеством. Мужество – сказать «нет». Сила – сказать «нет», когда это необходимо. Мужество и дисциплина, чтобы придерживаться пути, который ведет к величайшему «я». Даже когда это неудобно, даже если это означает, что они изгнаны, даже если для этого придется идти в одиночку, даже если это означает потерю людей. Мужество – сказать «нет» вещам, которые, как вы знаете, не являются правильными. Сила – сказать «нет» тому, что может быть легким сейчас, но не имеет ценности в будущем. Это когда ты в школе, и все твои друзья начинают принимать наркотики. Вы знаете, что, сказав «нет», вас оставят в стороне. Но вы также знаете, что это не добавляет ценности вашему будущему. Вы должны сказать «нет». Возможно, сейчас вы не относитесь к числу крутых ребят, но насколько крутыми они станут в будущем, когда станут нищими наркоманами? Это когда твои друзья продолжают уговаривать тебя, чтобы ты выпивал каждые выходные, но ты же знаешь, что твое будущее и качество жизни гораздо важнее, чем очередная вечеринка. Ты говоришь «нет». У вас есть сила и дисциплина сказать «нет» выпивке, потому что вы знаете, что это отдаляет, а не приближает к той жизни, которую вы действительно хотите. Вы говорите «нет», потому что знаете, что правильные решения будут складываться и со временем принесут свои плоды. Ваш маленький, последовательный и сильный выбор со временем приведет к большим результатам. Разница между вами и другими будет видна, потому что ваш выбор отличается. Каждое «нет», которое вы делаете силой и ясностью, со временем будет складываться в одно большое «да» в ваших результатах. Ваши «нет» будут собирать сложные проценты, и выплата будет далеко за пределами денежной ценности. Это будет более качественная жизнь, улучшение здоровья, более лучшие отношения, уважение, большая свобода. И это действительно так. Чем больше раз вы сможете с ясностью сказать «нет», тем больше свободы у вас будет в будущем. Это значит сказать «нет» людям, которых, как ты знаешь, не должно быть в твоей жизни. Неважно, насколько это неудобно. Это сила, чтобы сказать «нет» денежным возможностям, которые могли бы быть легкими сейчас, но не соответствуют вашим ценностям. Вместо этого создайте что-то, что согласуется с вашими ценностями. Постройте жизнь, которую вы любите, даже если это займет больше времени. Вы должны сказать «нет» всему, что не служит вашему будущему. Все, что вы знаете, не подходит для вас прямо сейчас. Нет всему, что делает тебя слабее. Нет всему, что не соответствует вашим ценностям. Нет плохим привычкам. Нет негативным людям. Нет зоне комфорта. Нет, чтобы срезать углы. Нет погони за деньгами ради погони за деньгами. Нужно сказать «да» всему, что делает тебя сильнее. Даже когда тяжело. Особенно, когда тяжело. Даже если это займет больше времени. Да, чтобы сделать все правильно с первого раза. Да, честности. Да, будущему качеству жизни. Да, свободе. Да, идти своим путем, каким бы трудным он ни был. Да, чтобы преследовать свою цель и делать все с намерением. Да, мужеству. Да, дисциплине. Да, чтобы подталкивать себя каждый божий день. Да,